видим финальное соревнование, мужского одиночного соревнования, где принимает участие наш Володя Самсонов. Иван Клин буквально на протяжении ряда турниров демонстрирует отменное мастерство. И надо сказать, сейчас, через некоторое время, я вам расскажу, как все 16. Ну, а если говорить о том, кого обыграл Володя Самсонов, он в какой-то степени для него очень трудный, он ему уже проигрывал в 97 году. Трудный сейчас был мяч. Атакую слева и справа, остро очень все делает. Посмотрите, насколько мощно сейчас выполнил этот спин справа. Ван Лежин. 7-8, Wayne. Технический элемент намного чаще. И то, что сейчас как раз вы видели. И вот 12-10. И развернул корпус, но ошибся. 13-10, Володя впереди. Традиционная подача с высоким подбросом. Здорово, как сейчас Ван Лежин имел возможность атаки, он это и провел безукоризненно. Посмотрите, какая защита демонстрируется Самсоновым из средней зоны. Посмотрите. Ну что можно сказать? Можно только восторгаться такой игрой. Совершенно четко понимая, на этом уровне настолько тонко сейчас теннисисты чувствуют угол подвода ракетки к мячу, что малейшее отклонение вот приводит именно к ошибке. Здорово сейчас Володя оставил мяч у сетки. Выигрывается первая партия. Володя играет с хорошим настроением. И создается впечатление, что он на таком же уровне проведет и окончание встречи. Ну, естественно, уважаемые любители настольного тенниса, вас интересует, кому проиграл Вальнер. Надо сказать, что Володя Самсонов на протяжении ряда турниров, сейчас последний, демонстрирует прекрасную форму. Он выиграл Кубки мира во Франции. Он постоянно сейчас идет по нарастающей. И, конечно, сейчас... Ощущение, он ошибается. 2-3. Сейчас свою серию надо провести, конечно, очень хорошо. Да, вы смотрите. Сторон обыграл Ким Тайксу. 3-0. Все на 20. Опять демонстрируется Самсонову прекрасная защита. Свечками. Посмотрите, сколько ударов приходится наносить. Вы посмотрите, сколько ударов пришлось нанести Вангу для того, чтобы выиграть одно очко. Какую надо иметь физическую подготовку, уважаемые любители настольного тенниса. 9-6 впереди теннисисты из Китая. Вы сами все видели. Прекрасный был переход. Один из стола. 7-9. Наверное, такой рисунок игры и намечался у Володи Самсонова. Почему? Потому что он сразу справа уводит косым вращением. Правую. Настолько мяч пролетит быстро. Ошибается. Он не успел даже просто руку вернуть назад. Но это традиционно, если уже Володя Самсонов мяч нижнего. Мяч играл, даже трудно сказать, не накатом, а такой пластировкой правый угол. Вы видели, одной кистью сейчас две партии, что мы видим.
отличался безукоризненно, конечно, разыгран мяч китайским теннисистом. В левый, потом мощно игра в правый угол, Володя не успел. А посмотрите, насколько уверенно Володя отыграл вторую партию. Ну, мы знаем, Вак Гледжина, что он так просто не сдается. Почему? Потому что все матчи, которые он провел до этого, они были для него и трудные, и легкие. Как мощно начал сейчас ему тренер, что если так он будет продолжать игру, то он увяз в этой игре. Есть такое выражение у нас в настольном теннисе, когда человек не... 3-1. Впереди китайский теннисист. 4-1. Надо сказать, что нетрадиционно для Володи Самсонова именно на своей подаче проигрывать вот с таким счетом. 4-1. 4-1. Смотрите, ну... Шесть один. Если мы в этих двух партиях. Нашел какой-то ключ игры вот на столе. Настолько стремительно, что даже и Самсонов промахивается мимо мяча. Посмотрите. А посмотрите, что сейчас сделал Самсонов. Посмотрите сейчас, Володя настолько его глубоко зажал влево, Ванг находил возможность перекрута из левого угла справа, но тем не менее Володя опередил его в темпе перевода мяча, потом правый угол. И опять же с таким дополнительным боковым вращением мяч от Ванга ушел по боковой траектории в правый угол. Возможность для контр-игры. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. В партиях не получалось. Посмотрите, какая серия. Еще раз повторила. Но очень неудачно сейчас мяч попадает в сетку. Концовка была сейчас, и вторая половина вот третьей партии была за Вангом в какой-то степени. Я думаю, что Володя Самсонов сейчас делает коррекцию. Сейчас покажет сама игра. Бил этот мяч, но не попал. Три. Зрителям нравится смена в настольном теннисе. Вот сейчас, пожалуйста, то, что продемонстрировал Самсонов. То есть играть надо быстро и остро. Обязательно надо все поставить, прежде чем сыграть рукой. Ну а сейчас тоже нужно было поставить и корпус, и ноги. Сейчас владел инициативой игровой, конечно, Самсонов Володя. Конечно, 14. Впереди Самсонов. Ой-о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 й, какое очко сейчас выигрывает Самсонов. Смотрите, как-то в разговоре мы сидели, и он помогал мне, как бывает, действительно, в настольном теннисе.
Но если бы этот попал мяч Самсонов. Так, 20-17. Вот оно, золотое очко. Вот он, наш победитель. И к своим многочисленным титулам и званиям, которые Володя уже имеет, он прибавил и звание чемпиона турнира Гран-при в серии турниров ETTF Pro Tour. Мы поздравляем Володю с...